Большинство людей позволяет себе то, на что у них не хватает средств, и в итоге они так и не вылазят из долгов. Люди тратят бездумно. Они не хотят понять, что вначале нужно во многом урезать себя. Мы с тобой во многом урезали собственные потребности на протяжении нескольких лет. Мы отказывались от многого. В этом нет ничего зазорного. Вам приходится идти на это ради будущего. Мы даже не могли позволить себе поехать в отпуск. Потому что вы откладываете деньги ради чего-то важного. Мы не могли поехать в отпуск на протяжении 13 лет. Да, я копил деньги вот на это. Я вкладывал свои деньги в инвестиции, и даже если я плохо спал по ночам, а это случалось, я мог просыпаться по 3-4 раза за ночь, я знал, что я делал деньги даже ночью, и эта мысль успокаивала меня. Вы можете пойти на что угодно, если у вас есть цель. У нас с женой была цель. Мы хотели накопить денег на наше будущее путешествие. Нам нужно было вначале заработать, а потом мы могли уже позволить себе все, что угодно, любое путешествие.